вами канал Mazda MPV Колхоз «Наше все» и очередное видео, которое расскажет и поведает вам о том, у кого, где, за сколько можно заменить, приобрести кардан, который вышел у вас из строя. Есть у нас одна серьезная болячка на автомобиле. Это задняя часть нашего кардана. Состоит он из двух частей. Задний кардан из передней части и из задней части. Чаще всего выходит из строя задняя часть после подвесного подшипника. Крестовина, которая находится в районе заднего моста. Я сомневаюсь, что на каком-либо автомобиле нашего года выпуска сейчас стоит родная. Сразу скажу, крестовина меняется. Крестовина меняется довольно-таки просто. Эта процедура в свое время, мне 6 лет назад, обошлась в 6000 рублей. Я сам живу в Питере, все, наверное, знают, кто смотрит мой канал. И есть такое предприятие, это не реклама, есть такое предприятие, называется «Карданы у Юры». И вот он мне сделал, и вы знаете, сделал хорошо. Я езжу уже 6-й год на этом кардане, тьфу-тьфу-тьфу. Он мне поменял подвесной и поменял крестовину заднюю кардана. Хотя и предрекал то, что, например, даже передняя крестовина заднего кардана, задней части кардана, у меня тоже скоро выйдет из строя, но слава богу, что она до сих пор жива. Сейчас у вас возникнет вопрос, а какая крестовина и какой ее номер? ГАМС-12, крестовина ГАМС-12, наша крестовина для заднего кардана. Меняйте в сервисах, меняйте на предприятиях, которые это могут делать, которым это доступно, с балансировкой, не с балансировкой. Где-то кто-то умеет на коленке это делать, кто-то нет. Но самое интересное, что когда мне Юра делал кардан, он даже заводскую балансировку убрал с кардана. Я прям был, в общем, очень сильно удивлен, честное слово. О том, что он мне делал кардан так, что заводская балансировка и не понадобилась, он просто ее отколол. А у нас в нашем чате, в драйве, на сайте Micro.ru и в АСИ Mazda MPV 1 кузов ЛВ очень известная личность, которая нам помогает машины поддерживать в исправном состоянии, это Гриша Моторчик. Гриша Моторчик — это мозг. У нас есть 2-3 таких мозга конкретных, да, кто в чате, в принципе, всем помогает, кто бы не обратился и как бы не обратились. Но Гриша нашел, скажем так, золотую жилу по нашей машине. А в чем она заключается, эта золотая жила? Он начал изготавливать штурсовые карданы, заднюю часть нашего кардана, на наш автомобиль. И вы знаете, люди покупают эти карданы. Гриша делает на совесть. Гриша молодец. Гриша, это тебе не реклама, а это просто тебе вот чисто человеческий респект. Вот, сейчас мы едем 110. Обороты у нас 2 с копейками. Вот немножко дергается стрелочка, но это не важно. АБС-ка горит, а горит она у меня давно только потому, что у меня левый датчик в свое время меняли мне, получается, ступичный подшипник, и почему-то у меня левый датчик обрубился, я его так и не восстановил, короче, заморочки. Ну так вот, про Гришу Моторчика. Гриша делает карданы лучше, чем на дроме восстановленные, лучше, чем тайваньские какие-нибудь там с нашими крестовинами. Никто пока не жаловался на его работу. Ну, Гриша Моторчик у нас много чем занимается. И подсветку в климат делает, да, вот в эта цветная подсветка такая красивая, замечательная. У меня на сайте есть, вернее, у меня на YouTube-канале, и у Гриши тоже на страничке и на YouTube-канале. Все описания у меня в описании канала, все ссылки будут на Гришу Моторчика, на нашу крестовину и на форум. На Drive 2 рекомендую вам обращаться к Грише Моторчику, у кого проблема с вибрацией в заднем кардане, у кого проблема с тем, что задний кардан у вас скрипит, жужжит, дребезжит. У меня с этого все начиналось. Сначала поскрипывать задняя крестовина, и потом наконец-то она у меня завибрировала на 80 километрах, потому что ее разбило. Вот такие вот дела. Это одна из
заморочек нашего автомобиля. Так, ну вот, снял я на ревизию кардан свой шрусовой, самый первый, который делал. Было это 3 года назад. На данный момент пробег 40 тысяч у него. Что видим? Видим то, что канапыльнику оригинальному рвался. То есть оставлять старые пыльники на этих шрусах смысла нет, надо менять. Люфт. Какой он был у этого шруса? Легенький такой, 3 года назад. Такой остался, ничего не разбило. Это шрус. Так, здесь неовский пыльник. Живой, не порвался. Живой, не порвался. Здесь тоже люфт. Слабенький. Как был, так и есть. Ну, потому что все это бушное было. Из двух карданов собиралось. Ну, вот такая конструкция. 3,5 года работает. Пробежала 40 тысяч. Живая. Это самое главное, не сказал. Какая цена кардана? Ну, ребят, цена гораздо дешевле, чем цена на дроме, чем цена с каких-либо сайтов запчастей на восстановленные карданы. Если восстановленный кардан может стоить там, как, не знаю, космические там 20 рублей, да, там 18, где-то и 25 может там пролететь, то у Гриши моторчиков 3 раза в 2 раза дешевле. Так, ну по просьбе населения в виде исключения. Короче, это новая модель кардана. Здесь шрус будет подвижный, тот, который к подвесному. А этот шрус кардану. То есть уже без проставки. Корпус у шруса просто приварен флянец. Вот эти большие отверстия, они для облегчения конструкции. Вот. Все на родные болты. Все там под гайку есть. Пыльник, возможно, такой будет стоять, возможно, еще закроется здесь пластиковым. Посмотрим. Короче, опытная модель. Возможно, Игорь Искитимский будет его эксплуатировать как альфа-тестер. Ну, вот сейчас, короче, в процессе сборки. Наши карданы изначально очень дорогие. Даже в году, наверное, 2010 наш кардан, задняя часть, по-моему, стоила 12 тысяч рублей. Это просто с разборки. Это с разборки 12 тысяч рублей. Сейчас это 20-ка минимум. Так же, как и рулевая рейка. Хотя наша рейка восстанавливается, у нас на рейку есть ремкомплект. Наша рейка тоже может стоить около 20 тысяч рублей. А восстановление ее стоит 10-12. Так что выбирайте, какой лучше брать путь. Или восстановление, или контракт. Нового на нашу машину ничего нет. Все, всем пока, всем до скорого.